ветка летит. Еще у меня есть. Вдоль забора. Одного убил. Вдоль забора. Убил. Готов? Да. Закрыл. Убил. Хорошо. Ядрить быстрый. Живой? Да. Здорово, парни. Вчера с вами протестировали новый ствол. Это SIG MCX под калибр 300 Blackout. Это 7.62 на 35 мм. Стрелял я АП-шками. Характеристики данного боеприпаса: урон 55 с пробитием 44. Для сравнения, у бронебойного патрона, у топового, под, например, Heckler либо M-ки M995, у него характеристики: урон 39, пробитие 53. То есть ближайший по характеристикам боеприпас для блэкаута это является БПшка 7.62 на 39 по ДКМ. У нее урон 58 с пробитием 47. То есть еще раз напомню, блэкаут урон 55, пробитие 44. БПшка 58 урон, пробитие 47. То есть сам ствол, конечно, превосходит ДКМ по всем характеристикам. Там скорострельность 800, как на М-ках. Да и в принципе он по своему поведению очень похож на М-ку, но не в топовом обвесе. У него есть такая проблема со спреем, то есть его разматывают по горизонтали, как P90. АДС примерно такой же, как у 416. В целом, ствол хороший. Огромный плюс, что под него продается за один завоз сразу 3 сотни бронебойных патронов, а не 150, как 995-х. То есть я вчера бегал, вообще не было никакой нужды закупать патроны на барахолке. Я просто покупал у торговца по 3 сотни патронов, мне это хватало вот так. В общем, вчера был первый геймплей, сейчас записываю видео. В ролике все увидите. Если вдруг кому-то понравится, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, поехали. Открывает митинг. Не залетела, сволочь. Второй заберу. Ушел. На втором? Я убил на втором у себя. Ага. Убил на третьем. Отлично. Чисто. Я вроде тоже хилюсь. Давай, открой, пикнешь. Готов? Да. Гроб. Убил. Хорошо. Что там есть? Первый. Еще есть. Лестница. Убил. Я на первом. Смотрю. Понял. Понял. Побачу. Железкой потопаю, побачу. Давай, давай, давай. Никого, вроде. Ты живой? Да, да. Помогаю. Слева я убил одного, здесь второго. Это че лобот? Меня чего кашляет? Да? Я здесь. Бочки. А чувака были? Потянет, проверь. Проверим, проверим. Да проверим, парни. Надо по фулочкам пострелять. Посмотреть, как она себя покажет. Справа! За магазином, за магазином. Да-да-да. В магазине, по-моему, или за... За магазином. В сторону костра, на гранату. Ответка летит. Еще у меня есть. Вдоль забора. Одного убил. Этот мертвый. Отлично. Походу взорвали. Мой еще под билборд. Надо гаражи туда прочекивать еще. Дам хае туда. И пушу. Бля, есть, 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 есть. Убил. Вдоль забора. Убил.
Воды поднимайся. Че, хае вдоль забора? Там, туда к танку. Не, сзади. Это берег, берег, берег тот, противоположный. Да-да. Отступаю, на стройку зашел, на малую. Только челик мертвый. О, СКС с оптикой, сейчас. У него что-то на бронебойках, короче. Ага. Никого не вижу, мост. Напробую перебежать. Зайду либо, стройку, либо в закрытую сидит, либо хз. Вот он. Блять, жив? Не пишешь меня здесь? Нет, 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 ты убил его? Где он? Убил, хорош. Но это не он. Просто... Нет, как ты, тоже с этой хренью. Я понял, это не он. В крапиве двое. Уверен? Да. Дал найду. Тоже. Один минус. Сейчас звездочка завязает. Второй минус. Вот оно и стреляло по мне последнее. Да-да-да-да, это оно. Ты его подорвал, убирай. Я вам просто тоже кидал хаешечку. Да, тут нормально хаешечка пролетал. Сашка, е-мое. А тут уже поинтереснее. Так. Так. Стор контрабандиста. Так нам же не в эту сторону, нам же противоположную. Феникс. А, Феникс. Феныч. Думаю, Феникс. Пятерых. Не увидел, где он. Да лежит, да. Два. Кажется. Да, двое. Убил меня. По ним не регало вообще. Блять, кто-то еще на четвертой перебежке из, на третьей. Там всего этого. О, бежит ко мне. Ага, вижу. Напугал меня, бля. Думал, он дальше убежал, он стоит тут. Нашел я этого снайпера, который стрелял. Покажи сборку MCX. Но это не моя сборка, Костя. Сейчас покажу. Я же забрал ее у какого-то типа на предыдущем стриме. Кстати, вот сборочка. Сделайте скриншот, как кому интересна была сборка. Примерно как М-ка, короче. Вот, чувак. Плюс по мне летел в красный. Ты-то в зеленке. Да-да-да-да-да. Слева были шаги. Уверен? Есть. Да. Дал гранату в красный. Минус твой челик синий. Угу. Пойдем красный тушить. Вижу, его на втором этаже сидит.
убил. Одного. Еще. Там еще, там еще. Под контроль. Справа еще, за красным контейнером, открытым. На хаешке. Пойду слева. Пушу. Я пошел душить его, короче. Там граната ему туда. Минус второй. Зашла, аккуратно. Там граната на пушке. Ушел, ушел. Я внутрь зашел. Через что поем? С КППшки. Времен дни. Убил? Нет. Ох, не помри. Слева бежит кто-то еще. Дух? Одного, да. Ты убил внутри? Да. Ушел. Остался последний. Не тяжелое повесили. Он уходит. Пойду. Заправки. Там где нычка, понял? Да, понял. Зашел на заправку. Просто вдвоем залетаем и все. Вот, кусто. Который вы заварили! Ой, блять, мамин, блять! Ой, красавица! Ну прыг! Так. Радости, конечно. И впечатление от этой пушки. Очень похоже на М-ку, наемник. Четверо, да? Туалет залезет, скорее всего. Скорее всего. Двое. Кто? Одного. Который в туалетах, скорее всего, стоит. Есть графин токен? Да-да. Че подбегает? Еще. Блин. Металл. Металл. Нашел на металл. Я пошел. Ни хрена. А я убил, по-моему. Я поднимаюсь за тобой. Я. Да, вроде мертвые валяются. Я... Блин. Там еще есть. На заборе, понял? Вдалеке. Я хилюсь, не очень хреново. Уверен? Да, металл был. Металл был. Не поднялся. Убил. Либо это еще один. А металл был 100 пудов. Я залез обратно. Давай, с твоего туалета надо будет. Это моя хае. Оу. Хороший. Талфин. Генки штурмовой перестрелял. Нормально. Так, ну что, пойдем туда? Да. Интересный молодой человек с горностаем, да? Да. Интересный молодой человек. Это были китайчики. Кстати, это были китайчики. Да, да. Чинг да. Хуа Чонг. Он тоже. Да, тоже такой? Да. Братья, что ли? У меня есть. Два. Бегаю. Разъебал. Внутри, снаружи? Снаружи, на гранате. По-моему, одного точно убил, второго не уверен. Там магазинов, да? Да, да. Выжимал сюда просто. Интересно, ага. Что? У них Мещенко. У них Мещенко, ёптать. Вот у него откуда второй ствол. Интересно, бля. А чё там Мещенко? ТХ-ка. Так. Ну, первому в башку залетело, второго в грудак. Передовой! Ушел налево. Второй этаж. Понял. Хаешку кинул аккуратно. Ядрить быстрый. Живой? Да. Где он? Мёртвый.
он без звука опять вышел. Я на лестнице поэтому и встал. М-ка это, вот что это такое. Кстати, у М-ки на 2 единички отдача лучше, чем вот этой моей елды. Ну, у тебя он должен быть лучше, чем в М-ке. Эргономика 28, у меня даже легче, чем М-ка. Ну, тут у него, конечно, прицел не тот и ручка не та, но один хер. Ты внутрь пошел, не? Нет, я на улице. Убил. Гранаты мои были. Я на втором. Далее. Патроны-то все разряжены. Так, я патроны быстро докидывать. Еще есть? Ну, да. Хорошо, ладно, к тебе тогда иду. Сопор. Да, но это не сопор, это не собор. Это что, типа косплееры и собров или что? Да. Все. Пожалуйста, стеночку аж. Я по коридору. Хаешка моя. Че, неужели уже в комнате сидит, сволочь? Он на ступеньках, ушел по ступенькам. По дальним? Да-да. Убегает куда-то. Шифтует. О, это ты? Это ты? Понял. Я ж не говорю, что я поднимаюсь. Ступенька, у меня на втором ступеньке. Встал где-то напротив меня. Напротив комнаты с Ледоксом где-то он. На втором этаже. Дал ему хае в комнату. Не залетело. Дал еще. 228. Ты на ступеньках? Да. Тебе хае отскочило, осторожно. 228, он комната. Дал хае. Ушел. Вал. Аккуратно. Гранат, он ты себе кинул? Нет, я ему кинул. Он, кажется, на балконе стоит. Да, на балконе. Точно на балконе? Да. Блин. У меня руки-то переломаны. Убил. Не? Ледокс мой сюда, блин. Жуки-пауки. Двоих. Нету Ледокса. Ну, в смысле, да. А что я тут сражаюсь, значит? Разбитые экраны и сурф. Понятно, игра в нем. Первый этаж кухня. Администрация. Убил? Нет. А чё я без патронов-то, блять? Мед помощи бы. Я тремя тяжелыми. Походу он. А, вот он сюда, скорее всего, ушел. Вот туда. Да, вот он. Бедомщик, блин, крадется на капслоке, да. Крадун. Ну, 26-й, правильно? Самое время красться. Виктор у него. На ПСТГЖ, наверное. Да. Который с трех попаданий мне забрало, не пробили. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.